Добрый день, дорогие друзья! С вами Вивасан на диване. Сегодня все мы уделяем повышенное внимание мерам безопасности, тщательно моем руки, используем различные средства защиты. Мы предлагаем вам еще один вариант безопасного антисептического спрея с эфирными маслами Вивасан. Что нам потребуется? Флакон, в котором у нас находится 100 мл спирта, 5 мл глицерина, 5 мл перекиси водорода и 10 мл кипяченой воды. Во флакон со спиртом выливаем глицерин и добавляем 1-2 капли любых масел, которые у вас есть дома. Я использую эфирное масло чайного дерева, универсальный антисептик, лаванды, мелисса лимонной и гвоздики. В отдельном стакане мы перемешиваем воду и перекись водорода, добавляем в наш флакон, закрываем, перемешиваем. Спрей готов. Его можно использовать для дезинфекции рук, любых поверхностей и обеззараживания воздуха. Забота о вас, Вивасан Воронеж.